Смотрите, я не витаю в облаках, мне 36 лет, я женился, вполне возможно, я женился на своей будущей бывшей жене. Это как бы факт. Ну так есть... можно рассуждать про все, что угодно вообще. Ты здоров? Пока да. У тебя есть работа? Пока да. У тебя есть нога? Пока да. Как можно, ну... Нет, но ты не согласен, что это сильно непредсказуемо, отношения вообще и семья? Пока да. Вот смотри, мне сейчас 36. Пока да.